Многодетные родители Салехарда накануне Дня семьи, любви и верности встретились с региональным куратором проекта «Культура Малой Родины», депутатом городской думы Ларисой Цупиковой. Среди проблем, которые их наиболее волнуют, чаще звучало жилищное. Решив улучшить условия проживания, многодетные родители стараются использовать все три вида поддержки – федеральные и региональные материнские капиталы, а также компенсационную выплату за земельный участок. Однако в ЕНАУ это не всегда возможно по ряду причин. Во-первых, в некоторых муниципалитетах не хватает капитального жилья. Во-вторых, капитальность объектов в индивидуальном и малоэтажном жилищном строительстве определить затруднительно, так как в технических паспортах не указывается материал несущих и ограждающих конструкций. Поэтому, чтобы многодетные могли тратить средства окружной поддержки на частную застройку, нужно юридически зафиксировать характеристики строения. Важно понять, какое жилье ямальцы хотели бы приобрести на средства маткапитала – квартиру или свой дом. Исходя из этого, обсудить возможные корректировки окружного закона о материнском семейном капитале в ЕНАУ, отметила Лариса Цупикова. Депутат заверил, что продолжит обсуждение законодательных возможностей для решения жилищных проблем многодетных семей.